Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой начинаем-продолжаем проходить террарию. Прикинь, оказывается, в этой игре есть облачное сохранение, но оно работает вручную. Какой идиот это вообще придумал? То есть кто... Если ты все равно добавил облако, сделай ты, падла, чтобы оно автоматически в облако загружалось, как во всех... Как абсолютно во всех играх. На кой хрен ты делаешь отдельно, чтобы вручную, чтобы что? Чтобы сохранить на облаке побольше места? Ну так я могу 1000 миров сделать и вручную всех сохранить. Ну что за мудак вообще? Столько я прошел, и теперь все заново проходить надо. Ну что это такое вообще, а? Кто так делает, а? Фу, я просто в шоке, а. Теперь мне все заново надо проходить. Охренительно просто. В чем смысл вообще пиратка? Чем отличается пиратка от лицензии? Тем, что в лицензии сохраняется в облако автоматически должно. Все, иначе в этом нет смысла никакого. Зачем тогда покупать будет... Зачем тогда будет покупать? М? Так, имя возвращаем наше. Галя. Почему? А, у меня кавс почему-то включен. Галя 2 будет. Потому что первую Галю, ублюдки... Просто не сохранили нормально. Вот, смотри, перекинь, переместить в облако надо. Нажимать, двигаться в облака. Чего? Каждый раз надо вручную нажимать или один раз нажал и действует. В любом случае, что за хрень? Средний мир, классика. Так, переместить в облако. А, то есть мне каждый раз надо копировать семечко. Мне каждый... А я не создавал мир. В прошлый раз нам... Мы создавали мир, а сейчас мы не создаем. Он автоматически создался. Какого хрена? Может, я выбрать что-то другое могу? Хочу, точнее. И по итогу у нас все то же самое, да? Средний мир, багрянец или как там? Так, а мы... А я не помню, как мы играли. Ага, да-да-да-да-да, там топор нужен. Давай вначале подобываем все, что можем. И давай вот рядом со спавном останемся, правильно? Чем мы далеко будем отходить? То есть еще бежать куда-то надо. Это тот же самый мир, не? Я не случайно белку убил, я вообще другим занимался. Да, ты что делаешь? Так, у нас меч вообще есть, да? Меч это у нас кулаки, круто. Хороший меч. Да почему ты меня так... Слышь, ты поаккуратнее, ты сейчас в меня попадешь. Просто в бешенстве, что за мудацкий поступок? Прикинь, я зашел посмотреть в Steam Cloud себе специально. У меня вот такой вот список игр. И прикинь, все игры сохранены, все игры, кроме одной. Кроме Террарии. Да, прикинь. А все, что мне тут сохранили, это достижение. Охренительно. Просто молодцы. Спасибо, ребята. Самое бессмысленное сохранили. Достижение. Умнички. Просто ма. Охренеть, а подожди, а как мне теперь играть? В прошлый раз я по достижениям ориентировался, что я сделал, что я нет. Сейчас как... Во, пишут, хорошо. Нет, это остались предыдущие сохранения, класс. А что мне тогда делать сейчас придется? Фу, я в шоке просто. Сейчас я не сильно возмущаюсь, потому что я уже возмущался, когда установил заново игру, зашел, а там у меня ничего нет. Вот там был и мат, и обиды. И вертел я разработчиков на одном месте. А чё, стесняюсь? Нахую я их вертел? Какой дебил вообще придумал? Какого хера вообще сохранение надо самому сделать, а? Вы нормальный вообще? Класс, я теперь после еще прохождения каждый раз... Блядь, у меня растение против зомби, блядь, инди-проекты. Я там сохраняю вручную. Захожу на другой диск жесткий, переношу сохранение. Мне теперь еще и здесь этим заниматься. Зашибись, просто молодцы. Гениальное решение. Лучше... Не придумаешь. Просто бесит. Давай пока светло, подобываем себе дерево. Ну, примерно как играть поначалу мы уже знаем. Ну, а теперь придется все это заново делать. Я думал уже может стрим сделать, но нет. У меня возможности стримить сейчас нет. Придется просто перепроходить, ну, примерно 9 выпусков заново. А то, что я повторю один в один здесь действия, как в прошлый раз, это не на 10. Здесь не пол... Это не сюжетная игра. Ну, не в привычном понимании. Я не смогу здесь все то же самое сделать, чтобы не было заметно, как будто бы я удалял данные. Давай собираем. Просто нет слов, а.
Так, тут ничего нет. Так, солнце у нас нормально еще. Блин, я же там как-то еще настраивал. А настройки, интересно, сохранить? Ну, по-моему, сохранились настройки, нет? Я просто не очень-то тут понимаю настройки. Ах ты, гнида какая. Я просто не очень тут понимаю, сейчас сохранились настройки или нет. Где мои сердечки пополняются хорошо. Так, и мы знаем, босса не надо будет вот этого вот от глаз Ктулху. Не нужно будет призывать сейчас. Мы лучше накопим, ну, соберем себе питомца и вместе с питомцем будем атаковать. Я увидел, что тут питомцы охренеть какие сильные, они очень полезные. Плюс мне еще сказали, арену нужно будет создать для битвы с боссом, с кострами. Кстати, насчет боссов. Сколько тут боссов будет вот так вот на поверхности появляться? Только этот, кто, как глаз Ктулху или еще какие-то боссы? Просто, чтобы я понимал, какую арену мне нужно по крутости строить. Может, я какую-то, ого, какую построю. А, зараза, не увидел тебя. Так, хорошо. Кирка. Просто... Я возмущен. Давай, вот отсюда начнем чистить. Подожди, а это что, тоже? Понятно, ясно. Да, я знаю, через контрол можно вот так включать, но просто я не могу контролировать этот квадратик, куда он вообще полетит. И я не хочу это, вот этой фигней заниматься. Я лучше буду так вручную копать. По скорости то же самое. Да, то же самое. Давай тогда сразу какой-нибудь крутой дом будем строить, правильно? Да, и комнатки мне сказали, не обязательно такие большие для жителей строить. Но тогда я, собственно, и не знал, что жители у меня будут поселяться. Так мы хотя бы чуть-чуть на опыте. Так, пока врагов поблизости нет, хорошо. Так, ну солнце уже скоро будет садиться, ничего страшного. Сейчас нам надо будет что-то там крафтить еще. Доски нужно будет для начала скрафтить. Опа, ты, я вижу, еще убил какого-то, да? Слизня. Хорошо, факела нужно. Факела нужно будет из слизи крафтить. Это я помню. Слизь плюс палка. Сделаем сейчас. Это опять по шахтам лазить. Просто обожаю. Великолепно. Так, ничего, никого пока нет. Мы все аккуратненько, ровненько выкопаем. Оловянная руда. Круто, я не помню, хорошо это или плохо. О, шарик какой-то полетел. Короче, вот эта высота нормальная. Давай лучше вот так вот. Все, вот так нормально точно будет. Так, теперь изготовление древесина. Стоп, а что я сделал такое? Подожди. Древесина, это деревянная платформа. Нахрена мне столько деревянной платформы? Подожди, это то, что сзади ставить или как? Нет, то, что снизу, да? Подожди, а это по высоте не слишком ли низко будет? Нет, слишком низко, 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 низко. Тогда вот здесь вот добудем, и надо еще на одну линию вниз почистить. Хотя я думаю даже на две лучше. Так а нахрен, а стенки как строить? Блин, я уже ничего не помню. Но древесина это мы знаем. Пол, правильно, сейчас будем делать. Сейчас тогда это тоже все поделаем. Или это тоже будет низко, ну. Подожди, подожди, если вот так вот поставим. Не, так нормально, нормально. Так, и теперь вот так вот сделаем, например. Нормально будет. Да, в целом нормально. Нет, настройки тут не сохраняются, потому что, по-моему, я делал поближе экран. Звуки природы, увеличение. Это вот так? Да-да-да, это вот так вот примерно. Я делал поближе немного. Сойдет. Так, нет, сначала потолки надо будет сделать. Потом пол успеем еще поставить. А ты че просто... Ну ты нормальный, ты че просто стоял там? Так, слизни опять идут.
Чё ты вообще ко мне докопался, слышишь? Я еще не делал дом, я тебя не приглашал к себе жить. О, наконец-то, хоть что-то делаешь. Слышь, ты чё убегаешь вообще от него? Ага. Слизь. Ой, гель, а не слизь. Гель хоть не первая, надеюсь. Нам нужно будет ее очень много сейчас. Так, тем более нам нужен свет, чтобы не появлялись монстры у нас, правильно? Так. Киркой, по-моему, больше урона, чем мечом нашим, да, наносится. Так, пока вот так достаточно будет. Давай так. Давай так вот делаем по чуть-чуть. Это что, это трава появляется или что это? Так, хорошо, вот так вот поделали. Сейчас, естественно, поделаем еще и эти разные, как его там, лестницы, двери. Сначала нам надо сделать, чтобы было безопасно. А то уже почти ночь. Сейчас же не будет полной темноты, правильно, когда я... А у нас стенок еще нет, поэтому и не будет пока что. Так, стенки. Давай сначала верстак сделаем. Вот где-нибудь вот здесь пускай стоит. Стол нам это пока не надо. Давай сделаем факелов. Нет, стенки сначала надо. Земляная стена, нет. Деревянная стена. Давай вот так вот. И теперь вот так вот делаем. Так, сейчас более-менее хотя бы для начала сделаем хоть что-то. Не-не-не, сильно темно у нас не должно быть сейчас. Подожди, сейчас все будет, сейчас все будет. Так, нет пока никого нет, хорошо. Так, все, факелы нужны. Давай вместо чего? Вместо апельсинов. Давай вот так. Оп. Сейчас остальное тоже поделаем. Оп. Сначала стенки надо проставить. Угу. Так, хорошо, видишь, сейчас быстренько все будет, потому что примерно мы понимаем, что нужно делать. Плюс я с того времени повзрослел уже, поумнел. Опыта поднабрался в разных играх. Так, давай так. Вот так, и здесь еще одно, но нам не хватает стенок. Странно. Так, я понял. Ага, Shift это 6 включается. Почему? Может, Shift это последний предмет? Не, Shift это факел включается. Зачем? Ладно, не будем пока разбираться. Давай-ка сначала стенку деревянную сделаем. Как быстро у нас стенка исчезла, слушай. Мы ее, по-моему, много сделали. Блин, я же столько сундуков там уже сделал, столько вещей было. Вообще класс. Так, давай-ка вот. Вот здесь вот в самом конце будет твоя комнатка, правильно? Так, делаем. Что нам в комнатке? Стол и стул нужен, правильно? Чтобы люди начинали появляться. Так, дверь. Вместо семян будет. Стул. Раз. Стул 2, будет 2 стула. И стол. Вместо желудей. Желудей давай так. Все, давай-ка вот так вот ставлю. Какой-то стол высокий, тебе так не кажется? Почему он такой высокий? А стулья такие низкие, ладно. Вот так вот будет. Далее дверь. В твою комнату пускай будет вот такая вот. В смысле, я же поставил ее. Понял. Надо сначала вот так вот. И теперь дверь. Че ты вышел? Все, теперь ты тут живешь. Я же все правильно поставил? Там не нужен еще сундук или еще что-то. Я уже не очень помню. Так. Нам нужна еще печка. Насколько я помню. Так, давай вот так. И печка у нас пускай будет вот здесь вот. О, сел, все, он у нас поселился, отлично. Печка.
Давай оловянный слиток. Ну, всего два получилось. А из оловянного свитка можно что-нибудь? Слитка. Да не особо-то. Восстанавливать жизни нам не надо. Ладно, давай-ка пока что начнем добывать всякие вещи. Давай шахта пойдет от твоей комнаты. Раз ты тут живешь бесплатно, будешь хоть какую-то пользу приносить. Угу. Так. Все, чтобы тебя прям грустно сильно не было. Давай, во-первых, сделаем вот так. Во-вторых, так, платформы, кстати. Я же их понаделал теперь кучу, да? Так, дверь мне нужна. Дверь. Где она тут у нас? Хорошо, поставили дверь. Так, ставим ему дверь, и теперь шахты можно делать. И быстренько добывать все, что нам необходимо. Я играл буквально несколько часов, ты видел. Так что я не сказать, что прям сильный эксперт в этой игре. Так что сыграем как сможем. Я не знаю, как тут спидранить, да и спидранить я не собираюсь. Просто красивенько отыграем все. Надеюсь, нам повезет, и мы сразу в какую-то крутую шахту попадем. Давай так. Так, а тут будет удобно вообще вот так вот запрыгивать? Да, в целом нормально, но я бы тут еще на всякий случай прокопал. Давай вот так. Все хорошо. Сейчас еще следующие должны прийти к нам, да, горожане? Но это, наверное, уже утром придут. Либо когда я построю новую комнату. Новые комнаты мы построим потом. Кстати, под землей можно... Не, я лучше высоту буду строить. Так, теперь давай факел. Ой, высоковато. Мы тут уже чуть не упали. Считай. Давай вот тут еще. Оп-оп. Вот тут. Ай, упал. Ну, отойди. Что, поставить, что ли, не можешь, бесишь. Вот с этой стороны поставим факел. И вот здесь вот поставим. Хорошо, по итогу. Здесь у нас сюрикен. Так, здесь у нас что? Древесина, отлично. Серебряная монета, отлично. Факел, отлично. Зелье строителя сойдет. Зелье разврата сойдет. Малое лечебное. Когти альпиниста можно надеть. Материал позволяет скользить по стенам. Класс. Только где это? Куда ставить-то вообще? Ага. Так, и как это работает? А ну. А как оно работает? Это, наверное, какую-то кнопку надо нажать, да? Мне говорили, там и крюк как-то работает вот так. С помощью какой-то кнопки. Соответственно, и когти, скорее всего, тоже через какую-то кнопку работают. Давай сундук сначала будем убирать всякие ненужные вещи. Так, мешает немного, чтобы мы могли... Вот так, тын-дын-дын-дын-дын. Так, давай... О, звезда, она бы нам помогла. Нам зачем-то там звезды нужны. Но давай сейчас не будем собирать. Слишком рискованно. Нас могут убить. И сундук тебе... Можно под стол убрать? Обидно. Не, ну кладовую нам нужно сделать отдельно. Я думаю, вот здесь вот сделаем кладовую. И тут подниматься будем чисто платформами. Так. Все, по глубине достаточно. Давай по ширине еще немного выкопаем. Да, зомби, как страшно. Страшно не могу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же много зомби. Ну смотри, пока неплохо. Дом у нас уже есть, первый житель у нас уже есть. Сундук у нас уже есть. Погреб тоже сейчас будет. Так. Давай-ка сделаем вот так. Не достаешь уже, да? Ладно, давай тогда платформы пока сделаем. Это не платформа, подожди. Это что это я делаю?
Платформы у нас тонкие, вот они. Так, и вот так вот. Нормально. Так, теперь давай-ка сделаем. Ладно, нормально. Пускай у нас погреб пока не будет в деревом оббитый, правильно? Пускай пока земляной будет. Наш склад с сундуками. Так. Так, теперь факел еще один ставим. Вот тут вот. Отлично, сундук ставим вот так вот. Отлично, теперь убираем зелье. Вот эту вот всякую фигню убираем. Нет, зелье, пожалуй, вернем. Камень уберем, земля уберем. Лимон, семена цветка, грейпфрут, желудь. Хорошо, паутину тоже пока можно будет добрать. Остальное пока оставим. Нет, стоп, мне кажется, это высоковата платформа. Давай для начала вот тут где-нибудь. И вот тут где-нибудь. Все. Интересно, тут есть лифт, чтобы быстрее подниматься, опускаться, нет? Ну, отпускаться нормально вот так, а вот подниматься, это, конечно, та фигня еще. Сейчас везде докопаемся, все посмотрим. До краев планеты я пока не буду идти, до краев мира. Потому что пока рановато. Нам нужно сначала хоть какое-то оружие раздобыть, броню. Деревянную броню я не буду пока делать. Пока слабовато. Лучше мы что-нибудь найдем. Плюс-минус у меня есть меч, который у нас рукой называется. Вот пусть он пока и будет. А есть еще какие-то подвохи, которые мне стоит знать про Террарию? Типа, то, что сохранение вручную в облако надо отправлять. Но я на всякий случай еще буду корневую папку заходить и оттуда копировать мир все на жесткий диск. Ну его нафиг вообще. С такими их приколами вас не могут нормально сделать. Ой, я в шоке вообще. Так, там, по-моему, что-то есть. Вода есть, класс. Я добыл воду. Только не сказать, что она мне прям нужна сейчас. Слушай, а шифтом вот так удобно. Выбрал, что тебе надо, и все. На шифт нажал, и у тебя есть. Ага. Давай воду уберем пока немного. Чтобы она чуть-чуть вниз стекла, и мы могли дальше копать все. Мы так докопаемся, да правда, я тебе говорю. Ничего не видно, ага. Давай вот так. Нам нужно немного кисло... Эй, а что ты не всплываешь? Все хорошо. Не, ладно, пускай этот кусочек будет стоять там. Там же должна быть где-то снизу тоже пещера, правильно? Чтобы туда вода утекла. А мы пока полезем влево. Пойдем влево копать. И факел я под водой тоже пока достать не могу, потому что он потухнет. Хорошо, дальше. Где-нибудь вот так вот примерно жму. Да, даже когда Ctrl жмешь, это не сильно помогает. О! Что-то сделали, отлично. Делаем вот так. Там надо убедиться, что нет сундука никакого. Это просто еще одна пещера, и отлично. Вот так вот. Ничего нет. Что это за кря? Что это за утка была? Слышал? Кря. У меня больше ничего не открыто, правильно? Запись, микрофон и игра, все. Че это крякало? Я не помню, чтобы в игре были звуки уток. Может, утки добавили в недавнем каком-нибудь обновлении. Так, нормально. Все, еще ниже будем спускаться вот так. Блин, там подняться, конечно, тяжеловато будет. Ладно, прыжками залезем, не страшно. Че по миру, кстати? Ну, открыть. Я ж нажимаю, что не открывается, не понял. Так, я не понял, как и... А, это сделать на весик... Подожди, а как и тогда карту сделать большой?
Чтобы я прям полностью ее видел. Что-то я это уже не помню. Ладно, этого я пока не помню. Так, давай здесь тоже прокопаемся нормально. Блин, был бы бур, было бы намного проще. О, кажется, я вижу. Там спуск. Опять в какую-то маленькую пещеру. Надеюсь, что-нибудь полезное будет. А мне сказали, я там замок какой-то нашел, по-моему, из красного камня. Он типа уникальный или что-то такое. Он редко выпадает. Что-то такое обидно. Так, вазы две. Ну, это фигня. Да я вообще не туда. Я оставил, чтобы оно опиралось сзади. Понятно? Земля за стенку не считается. Я вас понял. Так, давай еще фонарь поставим вот здесь вот. Ну, фонарь, факел, ты понял. И вот здесь вот. Что-то пока нет ничего прикольного. Когда будут? Давайте что-то прикольное. Так, если что, выбраться можем. Хорошо. Так, будет лучше. Тык-тык-тык-тык. Ага. Тык-тык. Тык-тык-тык. Хочу, чтобы быстро она забегала. А не... Ага, не вручную. Так, и здесь, наверное, давай землю. У нас земля есть, правильно? Давай так, так, так. Вот так вот, оп. Нет, это будет мешаться. Так, но это все равно. Даже врезаться буду, давай вот так. Вот так вот, хоп. Нормально, нормально. Так, пошли дальше вниз. Куда, влево, вправо? Давай вот здесь вот продолжим. Сейчас хоть что-то, ну, должно же быть интересно. Какие-то новые враги, какие-то подземные, ну, хоть что-нибудь. Пока скучновато. Можно побегать пока по миру, что-нибудь поисследовать, но нет, нельзя. Пока рано. О, еще одна какая-то пещера. Благо в этой игре полно пещер. Куда-то бежать я не хочу, потому что у меня оружия нет. Мы со слизнями еле-еле справляемся. Куда нам бежать там? Еще бы знать, как когти работают. Класс, я сейчас упаду, получается, да? Обидно, такой молодой. Да что ж такое? Сейчас мы спустимся, просто надо немножко схитрить. Чуть-чуть прокопаемся лесенного пути и пройдем уже. Блин, медной киркой еще очень долго она долбит камень. Тоже не есть хорошо. Ну, вот здесь мы точно копать не будем. Вот так вот поставим. Но мы уже довольно-таки сильно спустились. Ну, а что ты хотел? У нас там несколько часов наиграно, поэтому у нас там хоть что-то было. А здесь нам придется очень долго копаться. Плюс я надеюсь на какие-то подземные туннели наткнусь. И плюс-минус хотя бы что-то будет, где пройтись можно. Музыка странная началась, не? Как будто мистическая какая-то. Возможно, мы к чему-то скоро дойдем. Давай вниз спустимся и пойдем в левую сторону. Ну, по-моему, там еще один кувшин и все. Не уверен, я вроде только его вижу. И то, так себе вижу. Там темнота. Плюс-минус по силуэту, очертанию. Что-то похожее. А, мы же можем телепортироваться, блин. Можем телепортироваться на поверхность только с зеркальцем, правильно? Тут изначально не рассчитано, что ты как-то будешь телепортироваться. Нужно зеркало искать. Так, опять вода? А, ну там пустая пещера. Да, я прям вижу, что она пустая. Не хочу я туда копать. Под ней покопаем. Зачем нам пустая пещера, тупо из воды состоящая, правильно? Хотя, возможно, я там что-то опять не увидел, но вряд ли. Там она просто пустая. В целом, тут можно пока дом построить. Кстати, сейчас же день, по идее, должен быть. Давай пока день будем строить дома. Когда ночь, будем спускаться в пещеру. Угу. Так, возьму топор. Порубим еще дрова. Во, отлично. Вот теперь у меня полностью дома поселился, да? Даже не выходит. Так, вот здесь мне нужна будет тоже дверь. Давай сделаем ее сейчас.
Йо-йо, да-да-да, вот это как первое оружие мне сойдет. Да-да-да, мне говорили молот, мне в целом тоже может пригодиться. Броню деревянную я не буду брать, спасибо, мы вполне возможно, что скоро найдем что-то более достойное. Давай так, стой. Хорошо, все, с этой стороны тоже что-нибудь придумаем, чтобы легче было подниматься. Угу. Так, давай пока деревья подобываем. Кто-то из холодильника постучался. Ладно, давай дальше. Да что ж такое, вот видишь, опять слизень идет. Да мне желуди не нужны. Желуди что, сажать надо, чтобы новое растение появлялось, правильно? Все хорошо. Желуди нам нужны, чтобы что? Деревья вырастали или для деревьев есть саженцы специальные? Тоже не помню. Во, отлично. Пока что ее прям отлично подходит. Угу. По крайней мере для слизней. Подожди, багрянец сейчас, да? Ну да, у нас, по-моему, фиолетовая тема уже и была, правильно, в прошлый раз? У нас не было красной. Так, подожди, ага. Темнеет это не потому, что темно, темнеет, потому что багрянец, понял. В следующую локацию переходим. Так, синий слизень. Ой, там внутри синего слизня что-то есть, смотри. Чего, так близко? Темный мир так близко ко мне, почему? Ты видел, там уже вот эти вот монстры. Подожди, каждый мир уникальный, что ли, будет? Ну, настолько. Ну, хотя, я думаю, плюс-минус одно и то же. Мрачные места, пляж. В целом, это все одно и то же будет. Просто в разном порядке. Но я не ожидал, что они так близко будут. Ты че? Пошел вон. А, мы чисто... А, это мы ее нажимаем, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, прокликом можно ее справиться с ними спокойно. Да ну нахрен, их тут слишком много. Пош... Ай! Не. Отстань. Не-не-не-не-не-не-не. Пожиратель души. Не надо, у меня нет души. А, блин, я ж не рыжий. Было бы отлично. Ладно. А, у нас солнце опять почти садится. Может сейчас начать строить второй этаж? Пока не надо, пока не надо. Сундуки я тоже не буду много делать. Смысл нам их делать, правильно? Нам смысла нет их делать. Почему? Да потому что... Потому что мы их еще много найдем. Вот. Под деревья мы все повырубаем. Нам нужно очень много дров. Блин, надо какой-то топор покруче, который побыстрее. Блин, мы тут даже не находим нормальных этих ресурсов никаких. Ни золота, ничего, ни платина или что там у нас. Какие-то пару кусочков олова, и то неизвестно, нужны они нам или нет. Так, чтобы сердце увеличить, нужно сердце найти, правильно. Сердце где-то в пещерах находится. Ой, слушай, у нас девочка такая загоревшая, слушай. Вообще. Жесть. Это что сейчас? Это же, надеюсь, не провисло? Не-не-не, такие приколы мне не нужны. А тут еще ручного сохранения, опять же. Нет, вот отлично, там где... Ручное облако у нас есть, а ручное сохранение нет. Сохраняться можно будет только если выходишь из игры охренительно. Правильно же? Нельзя просто сохраниться. Нет, просто сохраниться нельзя. Шикарно. Просто молодцы. Одна гениальная идея за другой. Во, опять шар летит. Чего они разлетались? Раньше их не было. А, да, мне говорили, быстрее можно бегать, если асфальт сделать или что-то такое. Так, кролик, пожалуйста, не надо ко мне близко подходить. Я топором могу случайно задеть. Хорошо. Может, чисто ради интереса пробежим вперед, посмотрим, что там. Вот там пустыня у нас, по-моему, дальше шла, да? Или джунгли? Сначала джунгли, потом пустыня. Да, я же попал. Так, давай по-быстрому пробежимся. Так, вот это интересно, что у нас тут будет? Что-то полезное будет, не? Понятно, ничего.
Копать я пока не буду. Не буду. Потом покопаем. Да, и потом пустыня или что это в закате, не очень понятно. Тут где-то должны неистовые... Нет, подожди. Что-то... У нас, по-моему, где-то должны писать какой-то мир, но что-то я пока не увидел. Оп. Да что ж такое? Что ж я прям на тебя приземлился? Нет-нет-нет, все-все, хватит. Древесины нам пока хватит. Отстроим пока второй этаж. Чтоб к нам больше гостей приходило. Они там разные приколюхи приносят. Ну и отлично. Здесь у нас будет дверь, но потом. Сначала нужно какую-нибудь защиту сделать. Слишком высокий, что ли? Раз, два, три, четыре примерно. Да, наверное, слишком высокий потолок. Хотя... Да, высоковат немного. Одну клеточку все равно оставим. Мы потом и третий этаж будем делать, и остальные. Да, что ж такое? Лучше это снизу делать. И вот тут, вот так вот теперь пошли по чуть-чуть. Ты не можешь, видишь, вот так вот нажать просто и идти. Угу. Потому что постоянно какая-то фигня будет происходить. Так, давай вот так вот, деревянная платформа. Оп. Оп. Так, мы можем их как-то даже делать все молотом. Не-не-не, вот это было отлично, во. Так... Я, по-моему, высоковато, хотя... Да, это высоковато. Платформа должна быть ниже. Вот так, хоп. Теперь и это надо ниже. Да подожди, а что вот это тогда? Во, вот так. Как-то странно это все. Не понимаю особо, как оно делается. Давай так. 5, вот так. 7, вот так. 5. Надо пониже. 7. Вот так. 5. Подожди. Вижу. Ага. Давай. Молот. Так. Все, у нас есть. А мы можем сквозь проходить? А, можем, если нажмем стрелку вниз в этот момент. Отлично. Деревянная платформа. Но эта лестница как будто бы внутри дома должна быть, а не снаружи. Или как мы будем спускаться? Да, это пускай... Ах ты, зараза, а. Не мог потерпеть немного. На, тебя просто по морде навтыкаю. Так, давай-ка еще. Древесина. Нормально, вот так вот пускай будет. Если мы это выкопаем, дверь упадет, да? Ладно, ничего страшного. Так, хорошо, теперь древесина. Так. Высоковато. Зря я так высоко поставил. Еще чуть-чуть ниже. Так, и вот здесь вот. Хорошо, плюс-минус большой дом мы сейчас уже почти сделали. Да ты издеваешься, что ли? Давай так. Блин, ну тут трещина уже пошла. Давай так. Все, хорошо, теперь мы что можем сделать? Несколько дверей, правильно. О, свинцовый слиток. Не знаю, откуда, ладно, пускай будет. Оружие свинцового нельзя делать, да? Слишком мало. Опа, ага, это из паутины, это не надо, подожди. Нам надо дверей сделать несколько штук. Давай поставим куда? Вот сюда. И это вместо желудя поставим. Все, дверь вместо желудя, отличное решение. Так, нет, стоп. Платформа вот сюда. Плохая идея, значит, сделаем вот так. Все. Ошибся, да? Надо было чуть-чуть подальше сделать стенку. Ладно, сделаем. Но уже утром. А сейчас пока давай вот здесь вот сделаем дверь. Все, хорошо. Теперь стенки надо проставить. Правильно, чтобы у нас факелы можно было поставить. Блин, это еще стенки придется сделать. Смотри, они у нас очень быстро заканчиваются.
сколько? О, смотри, 400 штук почти улетело. Что это за звуки лазеров? Что происходит? Я тебе говорю, какие-то звуки гусей, какие-то звуки лазеров. Что тут добавляли вообще? Этот дурачок в дверь долбится. А этот вообще, смотри, сел у нас и не хочет ни выходить, вообще ничего делать не хочет. Угу. Так, у нас почти закончились, да? Стеночки. Ну и ладно, тогда у нас тут пока факела могут побыть. Так. Так, 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 так. И вот так. Так, здесь также делаем стенки, чтобы жители другие жили, правильно? Вот здесь комната, здесь я факел зря поставил. Факел пускай будет тут. Так, давай уберем. Раз, два, три. И поставим дверь. Так, хорошо. Дальше дверь еще вот здесь можно будет поставить, когда сделаем еще одну комнату. И вот здесь можно будет еще одну комнату поставить. Так, и вот здесь будет еще одна комната. Все, пускай приходят, садятся и живут тут. Или может он у нас не поселился? Может в этом проблема? Он на самом деле не поселился. Мы просто его тут заперли. Нет, это слишком большое. Деревянное обратно. Платформа. Раз, два, три. О, глаза появились. Так, не, подожди. По размеру, по-моему, норм... Подожди-ка. Вот так вот. Да, немного вбок сдвинулось. Ладно, давай делаем так. И вот так. Хорошо, делаем так. А вот здесь, наоборот, платформу. Все. Так, вниз я могу просто нажать. Подожди, здесь я просто нажал вниз. А как мне вверх легко подниматься? Ну, это только вечными прыжками, правильно? Ладно, сойдет. Это чтобы быстро перемещаться, прям отлично подойдет. Дальше давай еще стеночек сделаем несколько штук. Так, хорошо. Следующие этажи у нас будут просто из другого материала. Больше досок нам не надо. Не, вы сюда не зайдете, я там дверь пока не поставил. Так, хорошо, все потратили. Теперь вот это можно будет поставить вот сюда вот. И под лестницей, ну, не вижу смысла пока ставить. Давай еще сделаем стулья, столы. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. Четыре стола. Раз, два, три, четыре. И восемь стульев, получается, надо, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, давай сначала столы поставим. Так. 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 И вот. Так. А дальше стулья. О, ах ты, зараза! Я вас сюда не звал. Я случайно подошел слишком близко к двери. Хотя подожди-ка. Давай-ка быстренько звезду соберем, почему бы нет. Тем более она нам зачем-то там нужна была. О, еще одна. Ага, хрен ты угадал. Опа, все. Так, стул. Раз. Два. Три. Четыре. Сейчас к нам должны очень много людей прийти. Все, отлично. Так, двери не мешают, да, проходить? Отлично. Здесь у нас что-то еще есть. Нужное, доступное, прикольное. Так, статуя доспехов. Да, зачем она мне надо? Давай-ка спустимся вот так вот. Кстати, тут можно вот так вот просто через shift нажимать, а если этот предмет уже был у нас, он автоматически добавится куда надо. Вот это вот отлично. Это я сейчас заметил. Так, ну пока что нормально, слушай. Пока сойдет, да? Жители, правда, придут только днем. Ну да ладно. Тогда на этом все. Но сначала я буду делать теперь вот так вот. Настройки сохранить и выйти.
одинокий пользователь. Надо нажимать каждый раз, нет? Двигаться от облака, переместить в облако. Ну, надеюсь, оно, короче, сразу в облаке будет, правильно? А у нас могут быть разные персонажи, еще у каждого персонажа разные миры. Короче, ты видел, если что, в облаке все, потому что если второй раз оно все удалится, то начинать заново я уже не буду, все, я просто игру заброшу. Ну, может, когда-то там сам поиграю, но уже точно не снимать. На этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы посетить следующую серию, и скоро увидимся.